Ладно, заяц, и сейчас мы его попробуем. Опа, есть, получай. По щам. А этот молодец, бизон. Он прям по щам дает нормально. Этому зайцу шоколадному. Давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Полицейский, а что здесь полицейский делает? Ну, здесь полицейские, они редко достаточно. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в Бурито Бизон. И мы сейчас Буритом Бизоном в Гарри в бабочки ударим. Раз, два, три. На, получай, Гарри. Гарри у нас получается два удара всего лишь. Нет, три удара, и он, получается, проигрывает. А мы зарабатываем немножечко денежек. О, спасибо, бочки. Пробиваем стену и бежим дальше. Так, ну, первую стену мы прям очень хорошо пробиваем. А вот вторую стену пробить нам почему-то очень трудно. Бочка, бочка, бочка. Нет, к сожалению. Бочка нас спасла. Ну, нас спасет вот эта штучка. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Давайте, желейные мишки. Все, желейные мишки убежали. Так, и мы смотрим, сколько заработали денежек. 700 монет. Мало. Что у нас там, получается, есть еще интересного? Так, а мы вот этого еще не открыли. Совершил путешествие времени для разблокирования этого улучшения. А, до сеньора 14 разрыва, затем совершил путешествие времени. Так, что за путешествие еще во времени, интересно? Это я не знаю. Секундомер, четвертый режим. Это вот это? А, нет, это не секундомер. Так, здесь, ребята. Так, тут у нас вот этот остался. Ну, стоит 225 тысяч, мы его не потянем. У нас столько денег нету. Но мы можем вот это с зломбира открыть. 125 тысяч, что-то нифига себе. 125 тысяч. Так как мы, сколько мы, как мы его так накопим-то? 125 тысяч. Все, Гарри получил свое и дал нам всего лишь 100 монеток. 160 монеток, мало. Давай, давай, вот этих разбиваем. Вот это прям молодец. Во, и в бочке она молодец. Летим дальше. Ух ты, с такой скоростью. Возможно, может быть. Не знаю, не знаю. Мы дойдем до этой стены. Хотя навряд ли. О, да, бочки. Бочки, это очень хорошо. Ракета, ракета, к сожалению, нет. О, как печально. О, денежку, денежку заработали. Тоже весьма неплохо. Угу, хорошо. И мы зарабатываем 1800 рублей. Тоже весьма хорошо. Так, смотри, опять шоколадный заяц. Опа, получим. Есть. Шоколадный заяц, хорошо. Бочка, раз, два, три. Удар. Прыгай, Бурито, прыгай. Во, смотри, как он стену прошиб. Может, он до второй дойдет? Давай, пожалуйста. Дойди до второй стены. О, есть, раз, два, три. Взрыв. Опа. Давай, 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 давай. Не знаю, дойдем или не дойдем. Ах, чуть-чуть ключик не заработали. Давай, давай. Прыгай, 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 прыгай. Нет, полицейского. Ой, фух. Ох, чуть-чуть осталось. Ай, мы застряли в стене. Да. Прокачивать еще много чего надо. 1144 монетки мы заработали. Ну что ж. Так, опять шоколадный заяц. Опа, ах, мимо, мимо, прикинь, мимо мы, мимо прыгнули, офигеть, даже такое бывает. Надо угол правильно подыскивать. Так, монетки, сколько, 80? Перчатка, раз, два, три. Ой, плохо, что так мало перчаток. Так, а ракетку нам нужно прокачивать, прокачивать ракетку. Вот. Да, когда я вот прыгаю, там никого нету. О, давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. О, пробили стену. О, нифига она их мочит, молодец. 500 монет уже. Давай хотя бы еще немножко. О, 600, отлично. О, давай, давай, до перчатки, до перчатки. Ай, к сожалению, до перчатки мы не дошли. Сколько монет? 800 монет. Всего 7500. Так, давай угол правильно будем находить. Вот так вот, наверное. Раз, два, три. Опа, есть, получил удар. Молодец. Дальше бизончик летит наш. Нифига у него скорость. Молодец. Прыгалка. Раз, два. А чё, почему два раза только? У меня обычно больше, нет? Стену пробили шоколадную. Да, конфетная стена у нас. Прыгай, прыгай, бизончик. Вот, на ракетке.
Хорошо, и сейчас мы всех вот этих желейных мишек побьем. Во, ракетка, ракетка, хорошо, бежим дальше. Ух ты, какой бизончик-то у нас мощный. Давай, беги, беги, бизончик. Зарабатывай нам денег. Давай, 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 пробей, пробей стену. Почему ты не пробиваешь стену? Я ж тебя улучшу. Сколько? 1100. Смотри, 1200, да, он заработал? Сейчас попробуем, сколько девчонка заработает. Так, мне сначала нужно... Правильно. Вот здесь где-то. Опа, получи, шоколадный заяц, по щам. О, смотри, видишь, какая она мощная, а? Опа, она и деньги зарабатывает, смотри, сразу. Сейчас посмотрим, больше 1000 она заработает или меньше. Во, молодец, давай, 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 давай. Смотри, она как быстро пробила так. Первую стену пробежала. Пока что 500, ладно. Бомбочка, ах, не... О, да-да-да-да-да, спасибо. Ну, у нее такие сверхспособности есть классные. Так, а сколько здесь полицейских куча? Очень много было полицейских. К сожалению, мы разбились. И заработали всего лишь 900, даже не 1000. Даже не 1000, ребята. Ага, опять шоколадный заяц. И сейчас мы его попробуем. Опа, есть, получай. По щам. А этот молодец, бизон. Он прям по щам дает нормально. Вот этому зайцу шоколадному. Давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Полицейские? А что здесь полицейские делают? Ну, здесь полицейские, они редко достаточно. Коробочки. Ой, блин, не получилось мне собрать. Давай, прыгай, прыгай. А здесь полицейских чаще. Здесь чаще полиция бегает. Угу. Поэтому. Здесь немножко в этом плане сложнее, потому что полиция нас останавливает. Ракетка. О, спасибочки. Мишка. Карьеришка. Давай, 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 еще, еще, еще. О, о, бомбочка. Нет. Я хотел на бомбочку. Давай на ракетку. Ой, хорошо, ракетка. Спасибо. Давай, ох ты. Давай, давай, ключик. Отлично, отлично. Раз. Ой, ё-моё. Хотел ключик. Хотел ключик открыть, но не получилось, потому что... Стена. Разбился об стену. 2000, хорошо. И давай шоколадного зайца сейчас мы пострелим. Опа, есть, получи, на, ударчик. Вот. Давай, давай, давай. Желейные мишки. Смотри, как быстро бегут желейные мишки. Они раньше так быстро не бегали. Опа, отличный удар, смотри, молодец. Вот, она прям разбивает их конкретно. Желейных мишек. О, давай, этот, перчатка. Есть, раз, два. Бочка. Раз, два, три. Ой, отлично, отлично. Фига. Давай, давай, стена, стена, стена. Ух ты, мы пробили стену впервые. Смотри, здесь какие желейные мишки классные. Давай, 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 еще немножко. Эх. Нравится игра? Ну, конечно, нравится. Расскажи об этом. Да, нет, спасибо. Спасибо, я расскажу потом как-нибудь. Ага. Да. Новый рекорд мы открыли. Офигеть. И открыли мы магазин. Что мы здесь можем купить? Ага. А мы можем здесь приобрести спидометр. Увеличивает твою предельную скорость. 14 тысяч стоит. Недешево, недешево. Но играем дальше. Так, вот. У нас шоколадный заяц. На, получай, шоколадный заяц. Мне нужен твой шоколад. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. О, давай, перчатка, есть. Раз, два, три. Ух ты, три раза прыгнули. Вот это да, бизончик. Давай, предельную скорость мы же увеличили, да, немножечко? Ну вот, теперь стали быстрее прыгать. Давай, бизончик, разгоняйся. Да, смотри, конкретно быстрее стали прыгать, да? Скорость, то есть. Скорость предельно, да, действительно, видно, что мы стали быстрее прыгать. Ох, ну... Да, разбить почему-то бизон еще не может. Ну, силы не хватает, потому что. И заработали мы 1100. 1100. Вообще мало. Вообще мало, бывает и больше. Шоколадный заяц. Давай, раз, два, три. Опа, получил по щам. И заработали мы 2200. Офигеть, сразу так много. Вот, и предельная скорость у нашей мадам еще лучше. Раз, два, три. Отлично. Вот это скорость у нее. Нормально. Может быть, мы и здесь быстренько пробежим. О, вот на ракеточке. Хорошо. Вот, предельная скорость у нас прям нормально. Ой, только не полицейского. О, отлично. Прям смотри.
Скорость мне нравится, увеличивается, да? О, раз, два, три, бочки. Вот так, отлично. Отлично! Мы сейчас, может быть, пробьем еще эту стену. Давай, давай, пробей, пожалуйста. Ах, ты ё-моё, что ж такое-то? Не хватило, что ли, скорости тебе пробить, да? Совсем немножко-то оставалось. Ну и хорошо, мы, в принципе, нормально. Ух ты, Бертаник у нас попался, смотри. Так, а ну-ка, раз, два, три. На, получай по щам. Есть. Что у нас там со скоростью предельной нашей? Быстрее стал бегать, нет? Бочки. Ой, бочки, это хорошо. Ох, нифига, мы стену пробили эту, да? Мы стали быстрее, смотри. Намного быстрее бегать. Передвигаться, намного быстрее. О, смотри, какая скорость у нас бешеная. У нас такого раньше не было. О, давай, давай, ускоряйся, ускоряйся, давай, давай, пожалуйста. Прыг, скок, все. Но он не может пробить еще пока. Ладно. Хорошо. И заработали мы 1100. 1100, 1100. Так, это, Бертаник, сейчас получишь по щам. Раз, два и три. О, такой герой у нас бежит. Зарабатывать денежку, хорошо. Раз, два, три. Мало всего лишь, три штучки, конечно. Во. Нифига у нее скорость, смотри. Давай, 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 давай. Может быть, мы еще раз пробьем эту стену. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, 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 давай. Нет, только не полицейского. Во. Ракета, это круто просто. Ракета, да, нас спасла. Деньги, деньги, заработали деньги. Прыгалка. Раз, два. Ах, чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Открыли карточки. Давай посмотрим. 1500, круто. Такой красивенький сундучок. Дальше. Ух ты, смотри, лейтенант Бумб. Это что такое у нас? А, скидка на лейтенанта Бума 75%. Да ну. Да ну, 75%. Сейчас посмотрим. Идем в магазин. А, вот он, лейтенант Бум, где? Вот он. Лучше, чтобы еще больше повысить скорость. 10 тысяч по акции, 75% скидка. Давайте приобретем, конечно же. Спасибо. А так-то он дофигища стоит. Так, Мишка-карьеришка. Ага, он стоит 127 тысяч. А вот этот подешевле, 16500. Давайте на него теперь копить. Хорошо. Копим на следующего чувака этого. Так, а ну-ка, раз. На, получи. Есть, отлично. Давай, бизончик. Давай, заработай денег. Прыгай, прыгай, прыгай. Так, мы там кого улучшили? А, эти бочки улучшили. Сейчас попробуем, если прыгнем на бочку, посмотрим скорость. Во. Здесь бы попался нам с бочкой бы, а? Мы бы посмотрели бы, какая скорость. Надо еще вот эту ракетку увеличить, было бы вообще здорово. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, прыгай, прыгай. О, давай еще немножко. Ой, только не полицейского. Вот, отлично, сейчас мы проверим. Какая скорость будет? Ну, нормально, в принципе, да? Неплохо. Давай, 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 может быть, пробьем стену. Ах, стену не смогли пробить. Не хватило нам силы. И заработали мы 1464 рубля. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно мы встретимся в следующем видео. Всем пока-пока.